Всем привет! Сегодня небольшой обзор новинки от фирмы Litekala. Это зарядка Litekala Li S1. Поставляется в такой коробке, но сейчас в принципе или стоп. Поставляется в такой коробке, раньше она поставлялась. Так. В коробке у нас сама зарядка. Инструкция. Инструкция на английском языке, но в принципе здесь все и написано. И на китайском. Это кабель вот этого. И USB кабель. В принципе, неплохой кабель. Достаточно жесткий. Характеристики у нас здесь указаны, какие батареи можно заряжать. Это у нас минимальная 10440 до 18650. Точнее, не, даже 26650, самый большой. И также можно никель-металл-гидрид и никель-кадмий заряжать. 2А, 3А. Входное, как написано на сайте, было, вход должен быть у нас минимум 1 ампер 5 вольт. У этого продавца есть как на 1 вольт получается. И такая зарядка, и Li 100, и отдельные блоки питания продаются. И также, по-моему, комплектация в таком варианте Li 100 продается и таком. Здесь, в принципе, ничего особенного нету. USB 5 вольт 1 ампер. Выбор тока. Можно выбрать ток или 500 миллиампер, или 1 ампер. 1-2 вольта. Никель-металл-гидрид можно заряжать. Литий-ион 3,7-3,8. Током 4,35, 4,20. И лифе 3,65. Здесь, наверное, погрешности. И размеры. Вес 45 грамм. В принципе, они похожие. Немножко ли новинка немножко повыше. Так что давайте подключим. Отличаются они, можно сказать, наличием здесь экрана и также отсутствием у новинки USB порта. Здесь есть USB вход, USB выход, как Powerbank можно было использовать. Здесь такого у нас нету. Маркировка, все очень похоже. Здесь больше места для вентиляции, прорези. Здесь их нету. Когда ничего не вставлено, у нас просто написано 0. И зарядка, в принципе, автоматическая, что можно просто вставить, и пойдет зарядка. Вот, пошла, она автоматически, она ставит на литий-ион 3,7 вольта определенно. Если нам нужно выбрать другие режимы, то есть мы вставляем аккумулятор, зажимаем кнопку мод, здесь всего одна кнопка, и выбираем ток. То есть по умолчанию 500 миллиампер. Это если мы зажимаем кнопку более 3 секунд. Если мы вставляем, показывает у нас что, и делаем уже выбор. То есть по умолчанию у нас 500 миллиампер и 3,7 вольта литий-ион заряжает. Если вот это я не пробовал еще, давайте попробуем аккумулятор GP, что у нас покажет. 1,34 вольта автоматически, то есть он не показывает, не подсвечивается. По-моему, 5 или сколько-то секунд. Потом можно посмотреть, какой ток у нас в данный момент. Точнее, он меняться не будет, он просто будет или 500, или 1000. Ну, во всяком случае, показано, чтобы можно было проверить. Достаточно удобная, но, может, кого-то отпугнет. В принципе, и здесь было все понятно. То же самое. Но здесь был USB порт. Здесь был Powerbank, здесь такой нету.
во время зарядки, даже не пробовал еще, вот можно поменять, удержать и поменять уже, помощнее поставить ток. Также у нас не голограмма здесь, QR-код, наверное, на сайт. Так что, если будут вопросы, упаковано было хорошо, продавец, в принципе, упаковал хорошо. Будут вопросы, задавайте, комментируйте, подписывайтесь, по возможности отвечу. Спасибо за просмотр, пока-пока.